время забрал. Братья и сестры, заходим, не стоим там в коридоре. Готовы к выходу. Там места, проходите. Заходите, заходите сюда. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди, селися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя имя Господа нашего Иисуса Христа, прибудь с нами, даруй нам истинную веру спасительную христианскую. Дабы не ложно мы ходили сюда, в церковь, в храм Божий, чтобы наше хождение не было бесполезным для нас, чтобы мы ходили по окровавленным Твоим стопам. Прибудь с нами. Не дай нам уклоняться ни влево, ни вправо. Теперь славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Там пройди, там разговоры ведут, а то у нас было такое, что разговоров не было, или уходили, и заходили. Так, во время собрания... Они там отдельное собрание устраивают. Если не хотим здесь пребывать в трапезе. Пока батюшки нет, сегодня батюшка читал проповедь об истинной вере. Вера это что? Доверие и уверенность. Доверие и уверенность. Как мы доверяем Богу и уверены ли в том, что Господь нам сотворил, сотворил спасение каждого из нас, души нашей. Я хочу сказать, что многие, ну не многие, а вот многие из младшего поколения ходят сюда, в храм,
по привычке, по уважению к родителям частично, по понуждению, когда понуждают родители. Вот надо сказать, что труд этот пред Богом тоже, наверное, будет засчитан. Мы должны помолиться о них, чтобы Господь вот этот труд, который они испытывают, понуждает себя приходить сюда на богослужение, пребывать с нами здесь в трапезной, на собрании, чтобы он был не тщетным, чтобы наши молитвы вместе здесь присутствующих слились в одну реку и достигли слуха Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы не затопило только, чтобы половодья не было. Да уж половодья-то вот так много вышло. Избежи. Так. Ко мне какие вопросы есть? Как ваше здравие, батюшка? Ну, нормально. Нормально. Слава Богу, аллилуйя уже есть. Если разговаривать, значит. У нас получше. Я еду сейчас к Александру Ивановну с Валентиной Ивановной причащать из кого. Вот. И у Александра Ивановна вроде день рождения даже сегодня, так говорят. Так, следующий, через воскресенье. Если живы, здоровы будем. Следующий. Да. Через воскресенье. Сегодня 12-е у нас. 26-е. Потом будет 19-е, потом будет 26-го. Да, 25-го, 26-го. То к исповеди готовьтесь. Вечером, значит, 25-го, вечером в субботу будет исповедь. Так, ну и что? Ничего, никаких ко мне нет? Да, слава Богу. Вопросов, наставлений? Как там Потеряевка готовится к потоку? Ну, копаем снег. Не всемирному. Снегу много. Сколько мы там, ну, за эти 20 лет, такого снега не было так, чтобы было много. Это все к этому. Было много снега, но так, чтобы так не было. Везде задуто так со всех сторон, что это на крышах он... Диакон Евгений, он два раза с крыши, с сарая сбрасывал, и два раза по метру, считай, снегу называют, по метру больше метра. И он два раза сбрасывал уже с крыши. Только сбросит, опять намело, опять наметет. Там. У меня никогда не было тоже на крыше, у меня почти около метра намешло, там где сарай, это, где овцы. Ну там я попросил, ребята, помогли, сбросили. То есть очень много снега. Там у Нелли Александровны, там этот... Саша там он уж сбрасывал на раза два или три уже сбрасывал. Только сбросит-то опять набело. Ну вот так вот. Снег есть. Ну, думаем помаленьку. Нам здесь десант выбрасывает еще на помощь Потеряевку. С Барнаула, да. Вот, спецназ Никиту дают помощь. О, это... У него лопата есть электротрибуна. Аж один человек. Целый десант прилетел. Десант, да. Командир. Потом у тебя лопата с электроприводом. В нужное время, Никита, и один человек может многое сделать. Вот так, главное, в нужное время и в нужном месте оказаться. Ну ладно, благословляйте, тогда я поеду. Бог благословил. Игорь. Севастьян. Берите. Можно? Допустим, придешь? Можно, ну я болящие скажу, все те же болящие, и у нас Игорь Дыбунов с больницы еще пока, неизвестно как там на той недельке, вот, и да, Таня Новикова. Севастьяну, передай вот это. Плохо ей. Он придет. За нее все. Он придет, придет, придет. И Калерия, от раковица Калерия у нас лежит, она у нас, так что молиться вот больница за этих людей. Или дома? Нет, она пока дома лежит, через неделю будут решать, потому что один говорит есть прием, другой нет, в любом случае лежит. Сейчас опять еще одного проконсультировали, тоже сказал, есть прием, поэтому решаем. Я еще хотела сказать и передать вам поклон низкий и от Марии Яковлевны, и от всех наших старец, от Аннушки, и от Валентины с Александрой. Вот. И еще звонила Валя из Казахстана. Просит она канон наш Крицкого, где с благодарением, со словословием.
Вот надо ей послать. Еще Игнатия Тихоновича, она просила симфонию. Пошлю я, у меня есть симфонию. А всем низкий поклон передавала. Все любит, помнит нас. Все. Нет, не звонила. Надо А братья Игоре? У брата Игоря вроде как самочувствие неплохое, но температура 37 выскакивает и с лишним. Поэтому неизвестно откуда. Я думаю, что там все-таки у него панкратит-то был. Не просто там поставили диагноз пищевой комок. Комок, но прошел и все. Дальше-то что? Почему температура? Это надо разбираться. То есть там процесс-то идет какой-то воспалительный где-то в организме. Температура просто так не будет. Так что молитесь о нем, чтобы Господь ему там дал разумение правильно снижать свой вес. Это тоже нужно уметь делать. А то он взялся сразу, Яна, копил 7 лет, а за 3 дня хотел стать стройным юношей. Так не бывает. Тамара говорит. Тамара говорит, спасибо всем за молитвы, кто лежал в больнице, когда что-то лечили ее. Мне сейчас, говорит, лучше. Спасибо Богу. Еще она говорила, 21-го она снова идет в больницу, 21 марта. А что дополнительно, я не поняла, то ли швы снимают, или еще что с глазом будет делать. Тоже молиться. Так вот. А болящих мы все вспомним. Что-то я не вижу Татьяну. Кто с Татьяной? Да, Татьяна. Придет Новиковой. Так сказали, что она болеет. Да, ее простуда прицепилась. Помоги, Господи. Ну, на фоне, да, иммунитет-то ослабленный с химиотерапией. Конечно, тут все. Хочу всех вас поблагодарить, братья и сестры, кто молился. Мы с Полей переболели гриппом. Ну, слава Богу, все по вашим святым молитвам. Все обошлось, осложнений не было. Слава Ну, видите, что сына нет опять сегодня на богослужении, поэтому прошу меня ослаблять молитву, чтобы Господь его вразумил, даровал страх Господень. Ревность по Богу. Печаль моя, неизбывная. Ну, из интернета новости. ОБРПЦ. Российская Православная Церковь. Русская Православная Церковь. Первая заметка. РПЦ будет отмечать День Святого Патрика. Знаете такого Патрика? Источник Москва, 9 марта, Интерфакс.ру. Русская Православная Церковь отныне будет 30 марта отмечать День Святого Патрика, получившего особую известность в качестве небесного покровителя Ирландии. Важным вопросом, рассмотренным в рамках сегодняшнего заседания Священного Синода, стало включение в месяце слов имен древних святых, подвязавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года. В общей сложности в месяце слов были включены имена более полутора десятков святых, подвязавшихся в западных странах, среди которых святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик, заявил корреспонденту Интерфакс в четверг глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, формирование перечня святых шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской Православной Церкви, а также на основании традиции их почитания в других поместных православных церквах. При этом учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и Восточным обрядом, сказал Легойда. День Святого Патрика отмечается ежегодно в западных странах 17 марта, в день земной кончины небесного покровителя Ирландии. 30 марта, когда праздник будет отмечать РПЦ, это 17 марта по старому стилю. Праздник был провозглашен христианским
В начале 17 века отмечается католической и отдельными протестантскими церквами, английской и лютеранской. День Святого Патрика является государственным праздником Ирландии, в Северной Ирландии, на острове Монсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Он также отмечается ирландской диаспорой по всему миру, особенно в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. В России в последние десятилетия, в день памяти Святого Патрика, как и во многих других странах мира, проходили торжественные процессии, а по вечерам на зданиях зажигалась зеленая подсветка, цвет клевера трилистника, с помощью которого Святой Патрик, по преданию, объяснил ирландцам смысл Троицы. Святому Патрику посвящено множество соборов и церквей по всему миру, наиболее известных из которых является собор Патрика в Дублине, построенный в 1191 году. Его настоятелем в 17 веке был писатель и философ Джонатан Свифт. Еще. Церковь в Нижнем городе вернет долг молитвами. Такое решение суда. Необычное. В Нижнем Новгороде. Нижегородская епархия Русской Православной Церкви, проиграв суд подрядчику, предпочла отдать денежный долг молитвами. Решение арбитражного суда Нижегородской области, подтверждающее необычную обязанность ответчика, размещено на сайте «Электронное правосудие». Не встречал, брат? Как отмечает Петербургский правовой портал, такое требование было включено в мировое соглашение впервые в новейшей истории российской юриспруденции. Однако у юристов есть сомнения относительно того, как можно будет проконтролировать исполнение данного предписания. С иском Нижегородской епархии обратилась ООО «Эра», которому была заказана разработка проектной документации для установки блочно-модульной котельной в одном из церковных зданий. Компания, как сообщается, выполнила свои договорные обязательства, но епархия заплатила лишь половину оговоренной суммы. Фирма «Эра» обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании оставшейся суммы, включая пени и проценты за пользование чужими средствами. Позже сторонам удалось договориться между собой, и по условиям мирного соглашения Нижегородская епархия обязалась выплатить истцу 200 тысяч рублей. Ответчик также обещает возносить молитвы о здравии раба Божьего Арсеньева Ивана Михайловича, раба Божия Лепустина Сергея Александровича, их семей и благополучие во всех их благих делах и начинаниях, говорится в решении суда. Арсеньев является директором и учредителем этого предприятия, а Лепустин его деловой партнер. Руководители «Эры» рассказали газете «Ру», что уже почувствовали благодать от молитв, стали заниматься спортом и перестали болеть. Еще. Возведение 200 православных храмов в Москве изменит религиозную картину во всей России, считает патриарх Кирилл. 29 апреля 2011 года патриарх Московский Сия Руси Кирилл связывает большие надежды с программой строительства столицы 200 быстро возводимых православных храмов. 200 храмов в полной мере не решат проблему, но изменят радикально ситуацию, потому что у нас появится возможность реально работать с людьми, которые проживают в шаговой доступности от храмов, сказал патриарх на первом заседании попечительного совета фонда поддержки строительства храмов города Москвы. Он отметил, что столица является примером для регионов. Если нам удастся осуществить эту программу, то соответствующим образом изменится вообще религиозная картина России. Патриарх указал на то, что Москва оказалась на последнем месте по соотношению храма к количеству этнически православного населения, которое, по его данным, составляет 89,7%. На один храм в среднем приходится 35 тысяч человек. В отдельных районах один храм на 150-200 тысяч. Когда проходят праздники, особенно крещение, Рождество, за сутки через один храм проходит более 100 тысяч человек, сообщил предстоятель. Мы возрождаем церковь не просто как часть нашего фольклора, не для того только, чтобы какие-то обряды соблюдались. На церковь сегодня возлагается народом ответственность за поддержание жизнеспособности нашего общества, подчеркнул он. По словам патриарха,
никакие законы не будут выполняться, ни с каким криминалом нам не справиться, никакую коррупцию не победить, если сам человек не начнет ответственно регулировать свое поведение. Патриарх Кирилл поблагодарил высшее руководство России и столичного градоначальника за поддержку программы 2000 источник Интерфакс Религия. Ну, здесь вот есть вот этот снимочек этого быстро возродимого храма. Мы были, когда я был на учебе в Москве, то мы были вместе с братом Вячеславом Ткачевым и Дмитрием, который принимал крещение у нас по Теряевке, в этом вот в таком храме. Можете посмотреть. Кстати, вот поскольку я упомянул о них, я вчера разговаривал с Дмитрием, он мне звонил. У них возникла такая ситуация. Они, Слава Ткачев, он такой, как бы, ревностный, да. Вот, они прибывают на занятиях, вот, когда проводит брат наш Сергий. И он побудил Дмитрия к благовестию. Слава пошел к своему священнику и попросил благословения. Дать ему, чтобы они дали им, что вот они являются членами их общины, и чтобы это было письменное подтверждение, чтобы они имели такую возможность по нынешним условиям, по закону Яровой, чтобы они могли благовествовать. Но тот сказал, что посоветуется с владыкой. Оттуда пришла депеша пока воздержаться. Вот они просят совета, как им быть теперь в этой ситуации. Вот какие будут предложения. Игнатий Ильич, может быть, вы так объясните нам. Брат Севастьян, как нужно поступить с этим братьям? Закон выполнять как? Вот и все. По закону? Закон выполнять. Чей? Человеческий или Божий? Государственный. Он живет в государстве. Подождите, пусть Севастьян скажет. Ну. Брат, говори. Я думаю, что они должны как-то доказать, что они имеют знания. Это начать надо с какого-то маленького сообщества внутри церкви, пригласить священника, какие-то занятия легкие, чтобы они доказали, что они могут, и они именно знают истину, и они умеют донести ее. Брат, я присутствовал на собрании общины и присутствовал на занятиях, которые ведет диакон в этом храме. Вот. И их там как признают, что знаний у них достаточно. И они там проводят, участвуют в этих занятиях. Так что они об этом знают. И священник, во всяком случае, знает. И община это знает, что у них достаточно знаний, чтобы вести благовестие. Как-то раздвигать дальше эти рамки. Куда их раздвинешь, куда если его награничивает молиться, священник и Господь. Владыка? Ну, тут уже понятно, что без Господа не обойтись. Ну, в общем, одним словом, нужно помолиться, чтобы Господь устроил так, чтобы они имели эту возможность благовестия. Рабу Дмитрию и рабу Вячеславу. Сегодня Игнатий Ильич вот дал мне такую... Виктор Андреевич, убери, спрячь, я когда разрешу, я сам сделаю это. Я хочу вам дать слово, чтобы вы сказали. Не считай только. Нет, хорошо. Ладно, позже тогда. Да? Ну, когда скажешь, тогда я встану. Хорошо. Ну, полагаю, что надо было немножко раньше начать это, но теперь уже поздно. Говорим. Нет, не поздно. Поздно, как поздно. Толкование на Святое Евангелие никогда не поздно. Прекрати, раба Божия, об этом говорить. Поздно. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Сегодня в храме читалось... Вторая глава Евангелия от Марка о расслабленном. Еще раз повторю. Вторая глава Евангелия от Марка с 1 по 5 стихи. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум. И слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился. И прокопав... В коридоре не разговаривали, здесь дверь закрыли.
и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Толкование. Вера мужей, принесших расслабленного, была столь велика, что они проломали кровлю дома и спустили его. Посему и Господь подает ему исцеление, видя веру сих принесших или веру самого расслабленного. Ибо и он сам не позволил бы взять себя, если бы не веровал, что исцелится. Впрочем, Господь часто исцелял ради веры одного приносящего, хотя приносимый не был верующим, и напротив, часто же врачевал ради веры приносимого, хотя приносящие не веровали. Прежде всего отпускает он грехи болящему, а потом врачует болезнь, потому что труднейшие болезни большую частью происходят от грехов. Как и в Евангелии от Иоанна, Господь производит от грехов же болезнь одного расслабленного. Этот, упоминаемый у Иоанна расслабленный, есть не один и тот же с упоминаемым ныне. Напротив, это два разных человека. Ибо упоминаемый у Иоанна не имел человека помогающего, а нынешний имеет четырех. Первый был у купели овчий, а этот в дому, тот в Иерусалиме, а сей в Капернауме. Можно найти и другие между ними различия. Но должно сказать, что упоминаемый у Матфея в 9 главе и здесь у Марка есть один и тот же. 6 по 12 стих. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус тотчас, узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали. Толкование. Фарисеи обвиняли Господа в богохульстве за то, что Он отпускал грехи, так как это принадлежит одному Богу. Но Господь дал им и другое знамение Божества Своего, знание сердца их, потому что одному Богу известно сердце каждого, как и пророк говорит: «Ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих». 2 Паралипоменон 6.30. Между тем фарисеи, хотя и было Господом открыто, что у них в сердце, остаются бесчувственными и знающему сердца их не уступают того, чтобы он мог врачевать и грехи. Тогда Господь через исцеление тела удостоверяет в том, что он исцелил и душу, то есть посредством явного утверждает сокровенное и посредством легчайшего труднейшее, хотя это казалось им иначе. Ибо фарисеи исцеление тела, как действие видимое, почитали труднейшим, а врачевание души, как невидимое, легчайшим, и рассуждали как бы так: вот обманщик, который отклоняет от себя исцеление тела, как дело очевидное, и врачует невидимую душу, говоря: прощаются тебе грехи. Если бы он в самом деле мог исцелить, то, наверное, исцелил бы тело, а не стал бы прибегать к невидимому. Посему Спаситель, показывая им, что он может совершить то и другое, говорит: что легче уврачевать, душу или тело? Без сомнения, тело, но вам кажется напротив. Итак,
Я исцелю тело, что на самом деле легко, а только вам кажется трудным. И тем уверю вас в исцелении души, что действительно трудно и кажется легким, потому только что невидимо и необличаемо. Так поступает Господь и с душевными немощами. Не только освобождает нас от грехов, но и подает нам силу для исполнения заповедей. Итак, и я, расслабленный, могу исцелиться, ибо и ныне есть Христос в Капернауме в доме утешения, то есть в церкви, которая есть дом утешителя. Я расслабленный, потому что силы души моей недейственны и недвижны во благо. Но когда четыре евангелиста возьмут и принесут меня ко Господу, тогда услышу слово Его, чада. Ибо я делаю с Сыном Божьим через исполнение заповедей, и мне отпускаются грехи. Но как принесут меня к Иисусу, проломавши кровь? Что же кровь? Ум, как верх существа нашего. На этом крови много земли и черепиц, то есть земных дел. Но когда все это будет сброшено, когда будет разломана и освобождена от тяжести сила ума, когда потом спущусь вниз, то есть смирюсь, я не должен возноситься вследствие облегчения ума моего, но по облегчению обязан не спуститься, то есть смириться, тогда исцелюсь и возьму одр мой, то есть тело, возбуждая оное к исполнению заповедей. Ибо не только должно восстать от греха и познать свой грех, но и взять одр, то есть тело, для делания добра. Тогда можем достигнуть и созерцания, что так что все помыслы в нас скажут, никогда не имели такого разумения, как ныне, исцелясь от расслабления. Кто очищен от грехов, тот поистине видит. Аминь. Аминь. Еще из интернета. Полезное назидание нам, пример, как мы должны относиться к другим людям, исповедующим Христа, от евангельских христиан-баптистов. Это в комментарии вот к тому, к той заметке о строительстве 200 храмов в Москве. Комментарий из от этих вот евангельских христиан-баптистов. Мы приветствуем возведение 200 новых православных храмов в Москве в надежде, что это будут новые духовные христианские центры в нашем городе. Кто бы ни проповедовал о спасении во Христе по благодати Божией, это дело Божие. И мы, как христиане, конечно же, поддерживаем проповедь Евангелия. Вместе с тем мы должны понимать, что чем больше православных христиан мы будем встречать, тем чаще от нас будет требоваться отвечать на самые частые вопросы. Почему вы не православные? И чем вы отличаетесь от православных? Последующими дискуссиями. Ну что ж, это потребует от верующих наших церквей более вникать в себя и в учение, и уметь ответствовать, отстаивать свою точку зрения. Вот так отреагировали евангельские баптисты. А мы как? Убрать их, сжечь их, запретить. Они нам разрешают ходить в беседу. И вот здесь еще заметочка. Рождественская поездка молодежи Московской Центральной Церкви. 7 января нынешнего года группа молодежи Московской Центральной Церкви евангельских христиан-баптистов посетила поселок Кривандино Шатурского района Московской области. Ну, они там дали концерт кукольный. На фотографии вы можете увидеть, что этот христианин, он как одет, как мы, подпоясанный. Можете посмотреть.
Я просто это, из-за этого еще взял эту тоже заметку. Что человеческое, ничего. Рубашка на выпуск и подпоясанный. Ну вот, к слову о благовестии, то есть я столкнулся, как мне написали уже вот с этим законом мировой. Дело в том, что у меня в соцсетях есть страничка ВКонтакте, может быть, известна. И часто присылают письма неизвестные мне люди с предложением заработать в интернете, ну, так, грех это называется, лихоимство. То есть там что-то связанное с пирамидой, так скажем. Вот как по принципу МММ, так, ну, вкладываешь, потом еще там ищешь, те тоже вкладывают и... Заработать деньги. Да, да, да. И я... У меня до того это уже отвлекает меня от работы и все. Я одну цитату просто под этим предложением написал, цитату, прям написал, цитата из Библии. Я сейчас не помню, где это. Кто крал, впредь не кради, а трудись своими руками, дабы было из чего уделять нуждающемуся. К Ефесянам. Брат подсказывает, к Ефесянам. Все. Тут, думаю, ну да, там мне пишут и по работе, все, раз, не могу войти. Ваша страница заблокирована в связи с тем, что вы привели вот такую цитату. Все. Я раз со своего телефона, вторую, хотел вторую же, со своего телефона, там же надо, чтобы на телефон пришло смс, и ты опять создал страницу. Все, мой телефон уже у них в черном списке. То есть я со своего телефона не могу. В Одноклассниках еще стоит, то есть все, я написал там в Одноклассниках, в мейле, и где еще там пока есть. Вот. Просьба помолиться, ну и мне потом уже братья пишут, это вот так вот, скорее всего, ну теперь, говорит, известно, кто у руля в этой системе ВКонтакте, и вот так именно на практике работает этот закон Яровой. Это не закон, а может быть, это вот, скорее всего, ну, мысль такая, что я... Этим словом Божьим просто у них этих клиентов, ну они сотрудничают, видно, там зарабатывают. Вот. Брат, покомментируешь? Ну, на что комментировать? Заблокировать могут любого в любом... Под любым предлогом. Под любым предлогом, да. На это каких-либо строгих вообще требований закона нет. Ну, есть создатели, которые есть так называемые, которые там, модераторы, которые следят за этим. Распространение противозаконного у них там не блокируется никак. А доброе это. Да нормально это. А и главное, здесь? этот сайт не заблокировали, который, ну, по принципу казино он там работает, то есть там выиграть деньги, ну. И азартные игры, все это все работает, не заблокировано, предлагают, пожалуйста. Так они все подливают, они работаешь раз. Еще у кого есть информация? Просьба, предложение, благодарности. Вертик, вам слово. Прокомментируйте то, что вы сегодня раздали. Нужно сначала позвать тому. Вот, Надежда, чтобы села сюда, нужна она будет. Там Алевтина Пантелеевна. Алевтина здесь. Где она? Вот она сидит. Ну там кто-то еще я видел. Юля здесь. Эти люди просто необходимы, о чем я буду говорить. По милости Божией, мне сегодня Господь позволил быть причастником святых Христовых таинств. Аллилуйя. Быть причастником. Поздравляем. Спаси Христос. Но дело в том, что если священника нет, то никто таинство не совершит. И баптисты, другие, они хлеб ломают и раздают, и все годы, сотни лет раздают, миллионы людей причащают, в кавычках, а ничего нету. Этот обман пострашнее православного. Ничего нету. Но вы знаете, 2 миллиарда мусульман, 1300 лет, говорят Иса, Иисус, но он не умер и не воскрес. А кто не воскрес, считай первое послание Иоанна, это будет говорить только дух Антихриста. Кому тогда верят-то? Это не два человека, а 1300 лет. Даже говорить-то и то страшно. У нас священство есть. И у нас есть люди, которые учатся в семинаре Московской Патриархии.
двое. Так вот, есть, существует определенное правило, когда священник должен готовиться заранее. Его готовили раньше родители. Все готовили. Правила, из которых сегодня не соблюдаются, а их никто не отменял правила. Если он в детстве был крещеный, ребенок, и его причащали, ребенок, вот мальчик маленький там, восьмидневный-то, он уже находится в церкви Христовой. А иначе как бы его причащали-то? То есть он взят уже на корабль. И Ной в потоп его бы не потопил, и Ной бы не бросил своих внучат, он бы забрал их. Так вот, заботились о них, чтобы он до времени венчания не познал никакую женщину. А если он до венчания, кроме своей жены, кого-то знал, будучи уже он христианином, с восьмидневного возраста-то, кандидатура его навсегда снимается. Сегодня это соблюдается у старообрядцев. Я знаю, хорошие ребята, крепко верят они сейчас, прям по-настоящему. А что ты не священник-то? Ну, вот это, то, другое. Другие говорят, у них такое выражение есть, не сохранил себя. Оно точно выражает мысль, не сохранил себя. Далее, если он сохранил себя, он настоящий девственник. Не только девушки-девственницы, но и юноши-девственники. Мне приходилось однажды ехать с человеком, который, ну, разбирается в устройстве тела. Болезни определяют по раскрытому рту. И там отпечатывается на языке, на гландах, какой он. Если она не девственница, она глянет, она сразу видит. Там отображение печати стоит, она не девственница, как написано. И у ребят то же самое. Я говорю, неужели точно? Точно. Ошибки нет, потому что организм на это срабатывает по-своему, и Бог делает печать. В рот к тебе никто не залезет. Врачи проверяют другое место ниже. А тут они и не знают. И дорога, едем в поезде с человеком. Ну и вроде болеет. Она не говорит про это, а говорит про болезнь. Но попутно мне дает знак, что не девственница. И этот парень познал женщину. Другая девушка подошла, там 20 с лишним лет, она посмотрела и говорит, пальцем показывает, девственница. Я особое внимание уделяю, еду этому человеку, приготовляю его к большему, что ему уже уготовано. Те списаны. Но он теперь обратился, да, родители его не учили. Правила не изменяются, комментариев других нету. Не сохранил себя. Теперь, если сохранил, она должна быть сохранена, будущая невеста. Родители, у кого дети есть, внучата, запомните это. Если он взял не девственницу, но она тоже была крещена, имеется в виду, кандидатура его снимается. Если взял с девственницу, она артистка была, кандидатура снимается. Вот что, это зависит от человека. И далее, мы знаем о том, что сам Бог сказал, кто не наследует Царствие Божие, не посетили, не навестили, не накормили, не войдет. Священник это говорит. Но есть один грех, который, ну, он не посетил, жадный был, не навестил больного. Это от нас зависит, пойти или не пойти. Но есть одно такое преступление, преступление, притом немалое, в котором человек не хотел бы участвовать, но оно случится. Я говорю сейчас и раздам для всех, у кого есть кандидаты. В будущем могут быть священники. Прошу не дремать. Вы расскажете другим, перепечатайте себе это. Притом я ни одного слова здесь говорить не буду. Просто покажу, и тут все написано откуда надо, в кавычки взятое. Притом с этим грехом даже никак не желаю. Говорю, ты хотел это сделать? Ну, конечно, нет. В другом грехе он может сказать, своровал. Ну, понимаешь, по-другому не могло, там накормить надо. Здесь все до единого отгребаются, тысячи лет. Что я не хотел этого делать, но получилось так, что я сделал. Притом никто не застрахован от этого. Самый хороший христианин, который девственник, послушный, гражданин страны, ну, нигде у него помарки нету. И он может совершить этот грех. И кандидатура навсегда снимается. Если кому-то я подходил, говорил, знает, поднимите руку, кто знает, о чем я говорю, который не от меня знают. Твой муж тоже на этом граничит. Твои дети все на этом ходят, по лезвию поэтому. Твой зять ходит, семинарист. Есть, которые уже не, ну, они себя не сохранили, то о них речи нет. И именно те, которые кандидаты на священство. Без священства нет литургии, нет причастия. Я бы не причастился сегодня, не будь священника, который сохранил себя во всем этом. Сохранил. И он каждый день поедет, тоже может сделать это. Он может сделать. Любой епископ и патриарх может это сделать сегодня же. И он навсегда снимается.
Притом он не хотел это делать, он молится об этом не сделать, но сделал. Вот какой есть грех, о нем вообще не говорят нигде никто. Я сегодня решил это озвучить. Сначала я раздам тем, в ком видится мне, ну, может быть, я не прав, у тебя есть два сына. Сохрани, перепечатай, заложи им и учи их, пока не показывай сильно-то. Так, где у меня Юлия Третьякова? Я не вижу самого мужа. Подойди сюда. На. Вы законные во всем. Смотри, чтобы не впасть в этот грех. Пока скрой. Так. Алексей, ты сильно болеешь, но это не означает, что ты списанный. Держи. Так. Глушков, у тебя сын подрастает. Передай ему. Так. Это тебя касается, юрист. И ты можешь сегодня попасть в это. Которые себя не сохранили после крещения, и кандидатуры их списанные. Так, возьми. Тебе это особенно касается тех, кто ездит на машине. Так, подойди сюда. Твоему дорогому нашему любезному брату Константину. Так, кто у нас сегодня отсутствует из мужчин? Или у кого дети есть мужского пола? Галя Загуляева. Галя Загуляева. Да. Передать кто ее может? Николай. Передайте. А вот у меня внук есть, можно? Внук верующий? Ну, ходит в церковь иногда. Так, сейчас у меня тут... Ну, брат Николай. Всем. А? Брат Николай. Ну, передай. Передай. Речь идет после крещения. После крещения, который уже сделал грех. Так, я все раздал, могу потом отпечатать. Слушайте внимательно. Я сейчас попрошу озвучить. Виктор Николаевич, встань громко, четко прочитай, что здесь написано. Внимание! Книга правил, Григорий Ниский, правило 5. Аще кто, хотя невольно, будет осквернен убийством такового, как уже соделавшегося нечистым через нечистое дело. Правило признало недостойным священнической благодати. То есть он, священник... А ребятишки играли сзади. Ну, играли, маленький заснул. Он спятиться назад не посмотрел и задавил. Все. Он из машины вылез, уже не священник. Но ему разрешается носить рясу, ему разрешается в алтаре причащаться, но никого уже больше не благословлять и ничего церковного делать не может. Никакой собор снять уже не может у него. Он убийца, но невольный, он не хотел. Невольный. Но так как это наказание легло на него, он может причащаться уже на следующий день. А если это сделал мирянин на 7 лет... Ты не хотел. Каждый шофер за этим, поэтому желательно, чтобы те, кто священники, за руль не садились. Другого выхода нет. Я встречался с такими, и там ничего, кроме слез, нету. Да зачем же ты делал? Я не хотел. Вы поняли, о чем я говорю? Дома поразбирайтесь с ними, переговорите, как они должны быть осторожны за рулем. Если у него это случится, все кончилось. Он может быть учителем, профессором, Осиповым может быть рядом такой же профессор, но священно действовать не может. Благодать отошла. Там четко, ясно написано, в кавычки взяты. Вот то, что я вам дал, там ни одного слова, ни одной буквы моей нету. Кроме указания, где книга правил, тут там ничего нет это. Григорий Ниский, 5 правило, я оттуда его скопировал, и я просто вынужден это сказать. Потому что у нас есть люди, знакомые, которые это сделали. И другие подбивают их, ну, мало ли что бывает. И давай священнодействуй. То есть, живьем в ад. Это мне вот в одно сошлось, что сегодня причастие там. Ну, просто я обязан это сказать. Событий особых нету. У меня маленькое такое, кажется, интернетное событие. У меня был старший брат Самуил, на 5 лет старше меня. Он все мог изобретать. Я в детстве помню, радио там делать, сам магнитофоны делал. Это вообразить да невозможно. В баню радио там провел. Я ничего на всю жизнь не изобрел и делать не умел, кроме печей. Я его не просто любил, я с выражения обожал. Он меня там и накажет за что-то, и отберет там деньги. А я рот разинув на него смотрю, какой он необыкновенный у меня брат. И он купил аппарат, который снимает. Видео не было, с пленкой идет. И он прижал Потеряевку и снимал. Ну, снимал-то я и не видел. Кое-что я... Он давал мне аппарат и сказал, снимай. Он с отцом с моим. И теперь у меня был племянник, Василий Лапкин, сестры моей сын. И он поехал в Москву, брата моего уже нету. И он ей попросил там и нашел все это дело.
и все это оцифровал и прислал. Ну там, там разное, 50 лет назад, в среднем там 47, может даже, ну 50. Там моя мама, там курицу обдирает, крутит сепаратор, мама моя, стирает, живая моя мама. Ты знаете, насколько это, ну, звука там не было, там музыки напустили, и все. Отец мой, без руки, как он идет там, как он ходил, ну, живые все. Тут же два брата, которые умерли, оба здесь, племянники, двоюродные сестры. И наша деревня Потеряевка, когда еще не была разрушена, она в 72-м уже полностью все выехали. Значит, раньше 72-го года это было. Ну и так считаю уже, сколько лет-то. И он выслал мне, ну там есть такое, и курят, и видно, что язык выказывает. Я вырезал секундами буквально. Ну, допустим, у него 15 или сколько, 30 минут. Ну я набрал на 18 минут, и остальное вырезал. И он все это соединил, и уже мне прислал, я в интернет выставил. Посмотрите, конечно, черно-белое, это надо видеть. Вы позаботьтесь, кто у вас родственники, к чему говорю. Я брату сказал, вот брат Виктор сидит, а он снимал, так и у него братьев, не один он. И уже сейчас запрашивают у него там, где его живые родители, мы у них были, записывали, так? Да, да. Пока у вас живые свои родственники, запишите. Вы у нас все, и фотографии есть, и родственники ваши могут к нам как в архив обращаться. Трудно найти-то у нас 6700 роликов там, фильмов столько. Это вообще... огромное количество. Но я мог бы помог найти им, где их родители. Где их родители? Так, просчитали все. Ты, вот он, Николай, а тебе не дал? У тебя сын. Так, кому я дал, вот, если освободиться, ему тогда дайте, Николаю. Я уже дал. Вот, возьми. А ты можешь из этого взять. У тебя сын. Который может быть дальнейшим священником. Я хочу сказать, Надежда, она там сидит, не слышит. Он на скамейке. Надежда Ивановна, вы слышали, о чем я говорил? Я отдал Николаю сейчас. Брата предупредите там, это кандидатура на священство, я о сыне вашем говорю. О любезном нашем Льве Николаевиче, чтобы он знал и был поаккуратнее. Он такой мастер, все делает, ездит, и чтобы случайно не попасть вот на это лезвие. Я все поняла. Спаси тебя, Господи. Так, по этому вопросу это будете отдельно. Теперь вот говорили там к священникам, обращались. Это хорошо сделали, что обратились. Но я заранее мог сказать, никому нигде не дали. Ко мне обращались многие, я говорю, путь один только к священнику. Во-первых, общины нету. Назвали там общину. Общины там нету. Приход. Никого они не знают. И что не дают, правильно и делают, что не дают. А кому дать, когда они за них не знают и не отвечают? У нас кому дали, еще раз говорю, вы все даже еще раз писать все будете. Что нигде ни о чем не говорит, только Христос и Библия. И этим распространяйте. Если будете делать другое, вас захватит, говорит, петух не пропоет еще, говорит, трижды, я уже от вас отрекусь. И мы все... Почему мы должны за вас штраф оплатить? А штрафы огромные, до миллиона. А что делать? Знаете, в советское время строже был закон. Там не спрашивали штрафами, сразу давили, как баптистов. А апостолы не запретили ли настрого? Они не пошли яровую искать. А яровая, знаете, что такое яровая пшеница? Когда она прорастает? В какое время она яровая? Весной. Зеленью покрывается. Итак, тогда был один закон. Яровой пшеницы схожесть полная, стопроцентная. Идите и проповедуйте. Ни на кого не смотрите и отвечайте за себя. Ни от какой общины. И все, смотрите внимательно. Нам нельзя было никак. Я дома сидел, печатал. И теперь печатали листики. И теперь как их оставить? Вот вдоль Ленинского там идет бордюр, потом тротуар. Садишься на скамейку, никого нет. Как-то камушком придавишь листики и уйдешь. А кто-то придет, найдет. А потом издалека наблюдаешь. А за нами, за такими, никак не усмотришь. Я для себя имел. А тут я просто забыл, оставил, сидел, считал и ушел. То есть находили какие-то способы. Не посылать нигде. С Сергеем поступили, ну, противозаконно. А почему? Да им это невыгодно. Он ударил под самый корень. И они его наказали. Какое отношение имеет именно к той системе? А может, там поделились деньгами, любое может быть. У меня было тоже, блокировали священник один. А священник очень просто, особенно в контактах. Двум-трем, так Лапкина заблокируйте. Скажите, что он писал такое-то. Все, опять две недели у меня, но на две недели только. А Сергею написано навсегда.
У него вообще, я не знаю, как это, ВКонтакте навсегда. Обычно так. А потом священник тот расположился ко мне, а он знает, что все это выдуманное. И он тогда давай писать, где он был, где писал. Его затребовали. Ты ли это требуешь, чтобы снять? Я-то писал неправду, не разобрался. А они говорят, в это время ты был в интернете, был? Докажите. То есть им нужно доказательство, что это пишет автор кляузы. И с меня разблокировали. Но у нас очень огромные ресурсы. Огромные. Просто я не знаю, есть ли в интернете такие ресурсы, как наши. Они не просто широкомасштабные. Но представь, с одного места, от одного человека 6700 роликов. Это вместе взять всех Осиповых, Кураевых, там кто говорит, и половина не наберется. И Бог нас милует. За нами ничего нет, это одно. Но во-вторых, это прикрытие. Это тюрьма везде. Нас Бог хранит. Но мы ничего нигде, ни власти, только молимся. И, ну ничего, там вот распространяем это, что у нас здесь есть. Наши занятия, которые идут. То есть вы все время молитесь. Никакой закон яровой здесь не поможет. Наши ходят, мы выдали им как община справки, поставили печати, и никто ни разу не задержал. А вы не попадайтесь. Отвечать можно, но отвечать только правду. И ничего, кроме правды. Кто-то подошел, у нас вот, пожалуйста, 4 Евангелия по благословению патриарха Кирилла. Это не запрещается. Притом, даете-то там, просто дали да отошли. Вот это надо помнить. Вот что за неделю накопилось у нас, вы там еще сказали, что они там приходили, 200 храмов, баптисты. Вы не поняли, о чем баптисты говорят? Они говорят, стройте, очень трудно работать где-то, а с православными так легко, они Бога ищут, а Бога не знают. Это для баптистов строят. Это пересадочная площадка для всех еретиков, все эти храмы. Вы не забывайте, что в советское время Лялина написала о баптизме, что ли называется, или современный баптизм, 85% баптистов бывшие православные. У них искательство есть, не знают, они сразу... Самые уязвимые православные. Старобрядцы те неуязвимые. Почему? Они в Библию, а у них Библия против, с ума сходят. Отойди со своей Библии, все, они взять его не могут. А православные издали, благословили, по благословению патриарха, и он начинает, так можешь читать? Можно. Он ему показывает. Изделия рук человеческих, это иконы. Иконы ваши, как ты кланяешься? Все, готово дело. Он уже поплыл туда. Если бы православные Библию не издавали, тогда бы один вопрос. Старобрядцы ее не издают за все время ни разу. И нигде ее не пропагандируют, беру мирское слово. И они неуязвимые, старобрядца нельзя сдвинуть. Никак. А православные, ну, Библия же, нам же разрешается, это даже слово говорят, слово Божие. Все. И поэтому 200 стартовых площадок, как православным уходить в баптисты. Теперь, православные рисуют, не рисуют, а храмы как делают они. Вот, храм этот, крест наверху на куполе, а внизу полумесяц. Вы не знаете, что это такое? Это стартовые площадки мусульманства, это мусульманские дома. И показывают, мусульманин залез, крест отламывает, а полумесяц уже готовый. Уже даже ставить не надо. Это показывают в Сербии, как он залазит, крест железный ломает, отломил крест вниз, и он оттуда, привет, Аллах Акбар, все. То есть велик Аллах. Он говорит, наш Аллах сильнее вашего Христа. Поэтому крепко только там, где Христос. Я сегодня вот не сказал, и вы не подошли. Вот, Татьяна Александровна, почему вы не подошли к батюшке насчет ризы-то, там кресты? Я тут засуетился. У него надо, чтобы он показал, как Света Клюева крест какой сделал, четырехконечный-то. Но... Подходили, батюшке сейчас некогда. Ну некогда, ему зачем тут быть-то? Ему и некогда. Ризы-то пусть вынесет, а отдаст. Подходили, да. Подходили, это хорошо. Еще раз подойдите, как увидите. Чтобы сделали, как сделала Света. Одинаковые, ну не так, что здесь такая, а тут поперечина такой ширины будет. Одинаковые, и как вот тот, копия такой, можно даже замерить примерно. Это тоже для нас как проповедь. Крест настоящий. А эти лепестки, или вот так, когда суживается, а дальше ширит. Это масонский знак. Масон, гитлеровские везде знаки были, кресты где ставили. Ну а дальше вот так вот они, знаете, как лепестки. Крест не надо скрывать. Он может быть четырехконечный, шестиконечный, восьмиконечный, как на просфоре. Вот что я хотел сказать. Игнатий Иванович, о видеосъемке скажите. О видеосъемке скажите. А, о видеосъемке. Новости какие?
И тогда где-то начинаешь, а я не хочу, меня не снимайте. Вы у меня разрешения не спрашивали. Я как-то у сестры был, там мне священники собрались, мы беседовали, и ее сын приходит позже. А почему вы снимаете? А я вам разрешения не давал, чтобы меня снимали. Ну это я там. Я говорю, залез на кухню, чтобы ее носа не видно было. Зачем ты пришел сюда? А он слышал, где-то говорят так, и он тоже возник. Ни друзей у него, никого нет, он везде. Ну и все. Его бы где не увидели. Оказывается, сидит, дает, я это показал в интернете, юрист в полицейской форме, и ей вопрос журналист задает. Где, вот, я подошел и снимаю где-то, никто не запрещает. Я зашел в магазин или в аптеку, везде можно снимать. Закон мне это разрешает, и там называется какая статья, все. Но в одном месте показано, милиция там что-то разбиралась, один подошел и снимает. Милиционер подошел, уважаемый, не снимайте. А почему снимаете? Да потому что вы подошли, я и снимаю. Почему нельзя снимать? Нельзя. И милиция убеждала его, не послушался, его сгребли. И продолжали 4 часа. Он только вышел, сразу заявление, и суд разбирает на следующий день. Я такого не слышал. Суд сразу вынес оправдательное. Теперь он говорит, я прождал 10 дней, согласно решению суда. Будет не это опровержение. И теперь подал уже вышестоящие инстанции, чтобы наказали полицию за то, что сделали, прокуратуру, защиту прав человека и прочее. Нельзя снимать военный объект, там где-то внутри. Когда, ну, допустим, следователь допрашивает в суде, когда судья не даст разрешения, правильно говорю? И там все она говорит, видно, что юрист это все знает. А дальше показывается, в магазине они пришли, и сразу, я не разрешаю, продавец. Почему не разрешаете-то? Я вас... А вы у нас разрешение спросили, а мы на такой-то вот, ну так... Вы находитесь в Российской Федерации? Ну да. На ее территории магазин, да. В Российской Федерации закон один, и снаружи, и внутри. Приходит, но они не один. Один снимает, один фотографирует, берет там, какого числа выпущена продукция, залежала, не залежала, провоняла, не провоняла. Приходит, видимо, директор, который маленький-то, она прямо мечется, продавщица-то. Ее они сами отодвинули. Все замолк, и теперь они ходят по магазину, все снимают. Директор понял, что тут... Права нельзя качать, так отойдите от них. Они все поснимали, ну и дальше пошли, больше ничего и нет. Притом положительно, мы их в другом месте снимали, мы вас еще в пример, говорит, теперь поставим другим, что у вас сроки не просрочены, продукты у вас свежие, и уже улыбаются, расстаются. То есть конфликта не было, его пытались создать. Притом это абсолютно везде. Так что, знаете, у нас тем более, вот она, считай, что идет. У нас на улице это написано нигде. В прошлом году приехала полиция. А что вы нас снимаете? А мы не разрешаем. Приехал начальник уголовного розыска. А почему вы снимаете? Я говорю, я все снимаю. Снимаю? Мне это нравится. И он знает. И больше ничего не стал говорить. Но быстренько поговорил и сел в машину, уехал. Вред ему был? Конечно, нет. Вора задержали, снимать нельзя. Вора нельзя, что его узнают и в другом месте поймают. И все. То есть, знаете... Это для тех, кто снимает. На военный объект не заходить, военные корабли там где-то есть не снимать. Там, ну, такое вот. У нас этого нигде нету. Мы совершенно полностью входим в законы нашей Российской Федерации. Тем более, раз мы много так снимаем, к нам могли бы быть претензии. А так бывает человек, а я здесь, а я не хочу, чтобы снимали. У нас были такие общины. Ну не хочешь, так тебя и нету. Это не запрещено. Депутаты где-то выступают, митинги, все везде снимаются. Все, Жириновский как дерется, все показано. Как он сражается там с этой, с Аллой Борисовной, все это показано. Он ей прямо ответил, говорит, нет той власти, под которой вы бы не подстилались, называет своим именем. А я, говорит, партию создал, ее лидер являюсь там сколько лет. А вы что создали-то? Ничего нет. Мы законы вносим, а Дума их не пропускает. Но действительно он прав. Его самое интересное выступление. Ну и невоздержанность показывает его, что... Никуда не годится. Там женщина не так, он за волосы поволок. Вообще, прости, Господи. Спаси Христос. Еще у кого есть информация, просьбы? У меня вопрос. Да, брат. Вопрос. Вот касательно миссионерской деятельности. То есть, если миссионер миссионерствует от лица общины, то по закону, если фонд что-то там нарушит, общине грозит штраф. Так, и штраф немалый. Тогда какой смысл ему миссионерствовать от лица общины?
если грозит штраф? Ну, сам штраф, если ты один, тебе-то штраф, ну, поменьше, но ты бы уже тебя заволокли и все. А община еще может показать, нарушено или нет. Ты-то знаешь, вот мы проехали, закона не было, но мы проехали от Владивостока до Лиссабона, Прибалтику, Скандинавии, мы нигде не нарушили. Я заранее узнал, какие правила в этом государстве, все отпечатал, целую тетрадь. В Англии нельзя кормить голубей. И уже нарушил. Есть штат в Америке, где на одной веревке нельзя вывешивать нижнее белье мужчины и женщины. Ты туда поехал, ты должен знать. Я сидел, изучал законы, какие в Турции, какие во Франции, какие в Англии. А тогда вот другой вопрос. Вот так. Если... И нас нигде никто не тронул. Полиция провожала, задерживали, один раз расскажу. Если человек будет благовествовать, ну, например, Ткачев, вот он, Слава, пойдет и не от общины, просто вот как вы советуете, да. Его поймают. Задержат, арестуют, задержат. Какую он понесет ответственность материальную? Вот, вышел следователь-то наш, адвокат вышел. От общины, например, если бы он то 20 тысяч, а Сережа, если фактически... Вопрос, если это 50 тысяч, тогда есть смысл от общины, а если никакой, тогда... Нет, ему тоже штраф. Тоже штраф, да? Тоже, за нарушение везде больше, штраф. Меньше. Только меньше. Меньше, физическому лицу меньше. Меньше. Тогда какой смысл от общины, если штраф меньше? 5 тысяч и 20. Так, и мы будем по... Без общины, по без общины справку никто не даст. Дается только зарегистрированная община с печатью. И он проверенный, у него неуязвимый. С какой? Да вот та цель, что его никто не тронет. И мы поехали от общины, у нас ставили печать, подпись батюшки на бланке, и нас никто нигде не тронул. Мало того, задерживают, мы только показали, и они нас благословляют, поезжайте. Ну, в Приднестровье мы ехали. Стоп, вы куда едете? Как вы проехали? Слушай, так, успокойся там пока. А я говорю, а что, вы глаза-то поднимите, а подняли? Правда, поперек дороги стоят танки, закрыты это сеткой. Здесь война рядом идет. Не знали. Проверить, проверили. И он сразу, так, такие-то едут, открыть им дорогу. И мы едем уже, пока не приехали в Молдавию, нас нигде больше не задерживали. Вот что значит справка, в эту, по которой мы показывали, от общины. Большую роль она сыграла в Грузии, где нас там трепали, и все равно все время к этому возвращаются. Мы не нарушили, но их закон такой, что надо нас опломбировать, поставить машину где-то, и чтобы мы выезжали, пломба не была сорвана. А мне надо, наоборот, там людям раздавать где-то. И практически получается, что мы нарушители. Но нарушители такие, там штраф, я ни рубля не дал. Я там начал плакать, отец Наум вышел за меня там говорить. Ну, какой-то штраф, но они тогда начали с себя собирать, чтобы мы, ну, свою же машину раскрыли мы, чтобы взять книги, кому-то отдать, патриарху там подарили. Но все равно мы вышли, ни копейки я не отдал нигде. Я говорю, если с меня возьмете, то это вам плохо будет. Севастьян, ты не знаешь, какой штраф за миссионерскую деятельность, если не от лица общины, не знаешь? Здесь можно, Виктор Иванович, к этой теме? Уже хватит эту тему посмотреть. Ты специально не смотрел. Нет, я просто один комментарий, что надо следить за своим языком, вот и все. Совет один. Вот и все. Не давать повода. Да, не подавать повода. Хорошая мысль, озвучь ее. Не давать повода ищущим повода. Вот так, не давать повода ищущим повода. Не наседать на человека. По моим сведениям, братья и сестры, в марте у нас... были именинники. Надежда Андреевна, сестра, брат Севастьян Эдуард Викторович, Александра Ивановна, сестра. Александра Ивановна, 89 лет, на будущий год 90. А завтра Михаил Петрович Кореховцев. Всем и многое лето, здравия души и тела, и вечной блаженной жизни. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити.
людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Песнопение, трапеза и занятия. Берите скамейку. Берите там скамейку. Виктор Андреевич. Покажите. Виктор Андреевич, а Галя Загуляева, что случилось? Не знаете? Виктор Андреевич, Галя Загуляева, не знаете? Никто не сказал. Володя! Володя! Нет, нет.